Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости столицы Чуваши. Хизепле таванзем, туссем, эндежемрзем, хакла ханазем. Искренне поздравляю вас с 550-летием Чебоксар. Богатая история, самобытная культура народа Чуваши неразрывно связана с нашим любимым городом. За минувшие 550 лет город Чебоксары прошел огромный путь. От небольшого поселения до столицы республики, в котором живут более полумиллиона человек. Город сегодня является промышленным, научным и культурным центром не только Чувашии, но и Поволжья. Здесь сконцентрирован колоссальный интеллектуальный потенциал. Многие поколения чебоксарцев отдали свои силы на благо нашего города. И сегодня горожане продолжают традиции отцов и дедов, работают и растят детей, обеспечивая динамичное развитие столицы республики. Желаю любимому городу светлого и великого будущего, благополучия каждой семье. С праздником, дорогие горожане! Слава чебоксарцам! Да здравствуют чебоксары! Ура!